Новая достопримечательность в центре Ярославля сразу привлекла внимание и жителей, и гостей города. Когда-то здесь был магазин кондитерской фабрики, а сегодня фасад украшают скульптуры, лепнина и декоративная ковка. Таким образом, Ярославль внес свой вклад в память о знаменитых купцах Елисеевых. Основателем династии был ярославский купец Петр Елисеевич. Архитектурный объект под названием «Торговое товарищество братьев Елисеевых» создан под патронажем Совета меценатов Ярославии. Сама фамилия Елисеевых в 19 веке стала настоящим брендом, а их знаменитые магазины и торговые представительства работали в крупнейших европейских столицах – Лондоне, Москве, Париже и Варшаве. Кстати, сам архитектурный объект содержит элементы дизайна того времени. Например, идея со скульптурами на фасаде заимствована из Санкт-Петербурга. В этом году торговому делу Елисеевых исполняется 200 лет. Юбилей отметят 12 сентября в 19 часов. В этот день возле архитектурного объекта «Торговое товарищество братьев Елисеевых» будет устроен праздник. Ярославцев и гостей города ждет грандиозное театральное представление. Снежное и световое шоу, конный полонез, цитрусовый вынос, фейерверки и салют. В честь юбилея на улице Нахимсона, бывшей Рождественской, будет воссоздана атмосфера и экстерьеры 200-летней давности. Ольга Преснухина, Владимир Чернов. День в событиях.